Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева удостоена ордена «Достык» второй степени. Награду за выдающийся вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между государствами исполнительнице вручил министр спорта и культуры Арыстанбек Мухамедиулы. Для меня самое главное счастье не в орденах, не в званиях, а в признании народа. Раз я на протяжении 40 лет собираю большие концертные залы, аншлаги, и не только по Казахстану, это говорит о том, что мои песни, они как раз соответствуют сегодняшнему требованию нашего слушателя.